Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описания, опубликованных в книге «Сокровища искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественной репродукции в фотогравюрах. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Издательство 1904 года». Картина называется «Даная». Автор Антонио Алегри по прозвищу Кареджо. Антонио Алегри, названный по месту рождения Кареджо, учился сначала у своего дяди Алегри и у Бартолотти, а затем в Модене у Бианки Феррари. Позднее на него имели влияние Монтэнь и Лоренцо Лотти. Жизнь Кареджо была так бедна событиями, что рассказывать ее значило бы просто перечислять его работы. Исполненная им в 1519 году фреска в Пармском соборе представляет собой первое последовательное проведение нового принципа в плафонной живописи. Художник устранил, так сказать, материальные архитектурные препятствия, и зрителю, находящемуся внизу под куполом, кажется, будто изображенное в нем действие происходит под открытым небом. Следующим за тем периодом после 1520 года стиль Кареджо выработался окончательно. Его кисть приобрела удивительное нежность и сочность. Его светотень достигла верха совершенства, наполняя картину воздушным магическим блеском. Кареджо был Прометеем, похитившим свет с Олимпа. Он первым признал существенной частью картины льющийся волнами свет, световой эфир, оживляющий все, проникающий всюду, окружающий всякий предмет и делающий его невидимым глазу. Как будто художник сам поднимался к небу, к источнику света, дающего жизнь живописи, как самостоятельному искусству, ибо никто так, как Кареджо, не передавал божественный сущность света. Что может быть прекраснее Даная Кареджо? Высокое могущество этого произведения заключается в том, что оно не погружает нас чувственное опьянение, которым дышат тающие формы в любовном экстазе женского тела, а возвышает дикую мощь страсти, просветленную божественным огнем, до степени высшего душевного восторга перед красотой. Представьте себе море света, волны которого текут и мягко колушатся в прекрасном ритме. Проследите линии тела, рук, одежду. Всюду тоже стройно вибрирующие колебания. Это ложе можно сравнить с волнующим от ветра озером, по которому колеблется солнце, и вокруг которого, подобно берегам, легли густые тени фона. Красота формы, красота линий, художественной фантазии, подчиненные чувству, меры – вот что делает эту картину классически прекрасной и совершенной. Классические образы служат Кареджо лишь для того, чтобы воплотить в них свет. Он пользуется ими лишь как средством для передачи пространств. Всюду проходит воздух. Свет струится по формам и линиям в воздушном пространстве. Нигде нет резких назойливых контрастов. Все мягко сливается и дает впечатление чего-то величаво спокойного и замкнутого. Ни одна краска не выделяется. Нежно-холодные цвета тела в сочетании с яркой белизной постели дает картине главный светлый тон. Несколько спокойных желтых и голубых тонов на постели и на занавесях, несколько капель золота в темных тучах, все же остальное тает в неопределенной сыроватой мгле. Здесь нет ни сильных выступающих красок, ни выдающихся отдельных форм. Это отодвинутое вдаль пространство, перед которыми божественный художник соткал завесу из золотых лучей. Прекрасное женское тело он погрузил воздушным покровом, и оно словно уходит в высшие сферы. Но и чисто интимная сторона не забыта. Группа детей, где Амур пишет стрелой на дощечке имя возлюбленной Юпитера, восхитительно и выше всяких похвалы. Ну вот такое описание картины я нашел в книге издания 1904 года «Сокровища искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественной репродукции в фотогравюрах. Баде Кнампа». Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока. До свидания.